Детские страхи – вполне закономерное явление, говорят детские психологи. Это показатель нормального и гармоничного развития психики. Ученые даже определили график появления детских страхов. Так, от рождения до полугода ребенка пугает любой громкий и неожиданный шум. От 7 месяцев до года практически любые незнакомые люди, смена обстановки, высота. Детей до 3 лет пугают непонятные объекты большого размера – машины, крупные игрушки, мебель. С 3 до 4 лет начинают бояться темноты, одиночества и замкнутого пространства. Если в тот или иной период детский страх не возник, есть повод задуматься, достаточно ли хорошо, грамотно ли, гармонично ли развивается психика у ребенка. Появление какого-либо страха – это показатель, что дозрели те структуры мозга, которые готовы осваивать и перерабатывать новую информацию. Например, страх смерти у ребенка возникает к 7 годам. Это вполне естественное явление, но выплескивается очень ярко в другом периоде – в возрасте 10, 11, 12 лет. И даже в детской субкультуре появляется очень интересный пласт детского творчества, связанного именно вот с этими страшилками. Бояться этих страхов не стоит. Другое дело, что по поводу отдельных страхов, которые начинают переливаться в невротическое состояние, то есть очень тревожит ребенка и не проходит длительное время, 4-5 месяцев. Вот тогда с этими страхами, конечно, стоит работать. Лучше проективными методами. Лепка, рисунок, поделки, физические упражнения.